Друзья мои, хочу показать тортик вот такой вот. Называется Черный лес. Такой вот интересный тортик. Вот. Там вот несколько вишенек. Черный лес называется. Очень хороший, вкусный. И вот этот вот, смотрите. Такой вот кузин. Называется йогуртовый час. Такой вот интересный тортик. И вот такой вот, смотрите, очень приятный на вкус. Чувствуется немножко это апельсина, тоже йогуртовый. Вот, смотрите, называется йогуртовый. Так, это я показывал. Ну, это, конечно, как обычно, киевский. Я собираюсь сделать вот такой киевский торт своими руками. Так думаю, что он получится у меня. Вот. Черничный всякий. Вот. И вот такие вот есть. Вот по половинке продаются. Вот смотрите, вот такой. Три слоя, три коржа. Вот. Такой интересный тортик. И вот смотрите, вот такой вот тоже есть. Вот тортик вот. Смотрите, вот такой тортик. Можно, который клубник называется, масса 800 грамм. И вот этот пломбирный тортик тоже хороший, и он стоит 199 рублей, короче, 200 рублей. Вот. А, нет, извините, это пломбирный дорого стоит, друзья мои. Потом есть вот такая вот, мой тортик. Птичье молочко, производство Сибирское созвездие, тоже хороший. Потом торт Прага тоже, вот, кто может, то есть покупал, тот знает вкусный. Вот. И вот еще фирма вот такая, сметана, тоже хороший, фирма Кузина, то есть у нас кафе есть Кузина. Ну и такой тоже хороший тортик, можно за раз кушать. И вот такой вот сладкий тирамису, тоже это вкусно. И вот такой вот наподобие апельсинового, Южный вечер называется, тоже хороший тортик. Вот. Есть, конечно, вот такие вот донат. Смотрите, донат с булочкой. Такой вот клевый, конечно. Рублей 50 стоит. Вот такая вот. Если нету денег, вот такой можно купить. 54 рубля. Вот. Ну все, друзья мои. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Я вас люблю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания. Пока-пока.